В Московском музее-заповеднике Коломенское пройдет национальный праздник ИСЭХ, посвященный 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Фольклорную часть программы будет представлять Верхоянский улус. Продолжит моя коллега Наталья Сазонова. Несмотря на прохладную, дождливую московскую погоду, верхоянцы в красивых костюмах с песнями прошествовали по улице Верхоянская, которая названа здесь в честь полюса холода. Инициатором данной необычной, но интересной акции выступило постоянное представительство. А затем якутянам гостеприимно распахнула двери библиотека Бабушкинского района Москвы, встретив северян хлебом и солью. Москвичи многое узнали о Якутии, а верхоянцы – о столице. А мы сегодня собрались по инициативе представителя Республики Саха Юрия Куприянова. Значит, он обратился ко мне, как главе администрации района, с тем, что оказывается у нас в нашей большой стране, в России, есть маленькая страна, Саха-Якутия, которая именно в момент с 10 по 25 июня празднует свой большой праздник весенний, который называется таким звучным, красивым словом ИСЭХ. Этот праздник решено начать отмечать именно с нашего района, с Бабушкинского. Почему? Потому что в нашем районе есть улица Верхоянская, которая названа в честь самого холодного города Республики Якутии, наверное, всей нашей Российской Федерации, города Верхоянска. Вот такая связь, она такая, на первый взгляд, невидимая, но она прочная и такая очень надежная связь. Верхоянск, улица Верхоянская. Встреча проходила в художественном формате. После национального обряда звучали песни, танцы. Гости и хозяева обменялись сувенирами, а книжный фонд Московской библиотеки пополнили издание якутской литературы. Есть город в Якутии, Верхоянск. И мы, получается, вот сегодня как побратимы с городом Верхоянском. Замечательные люди у нас в гостях, замечательный праздник, все красиво, все просто вот потрясающе, чудесно. Эмоции переполняют. Вот. Но надеюсь, что наша дружба, начавшаяся вот на улице Верхоянской в Москве, продолжится и в дальнейшем. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НБК Саха, Москва.